Итак, всем привет, дорогие зрители, на связи снова Эдди, и сегодня у нас будет просто мега клевый мод, и данный мод добавляет в игру новую функцию для игровых автомобилей. Данный мод называется Improved Vehicles Futures версии 2.0.2, и что же добавляет данный мод поконкретнее? То есть, дорогие друзья, это огни заднего хода, противотуманные огни, поворотники, стоп-сигналы, аварийка и много-много чего интересного. Давайте же мы все по порядку заценим. Так, садимся. Вот этот Mercedes CLS. Вот, сдаем назад, и вот работают огни заднего хода, ребят. Вот эти белые такие огоньки, если вы не знаете. Потом, противотуманные огни, это кнопка J. Но я потом объясню вам управление, пока я просто показываю все. Видите, танц. Потом поворотники. Левый поворотник. Правый. И сама аварийка. Отлично. Что еще можно сказать про данный мод, ребят? Под этот мод работают не все автомобили, к сожалению. Оригинальные авто не работают. Придется скачивать какие-то автомобили, чтобы заценить данный мод в действии. Но это того стоит, ребят. Мод просто реально классный, оживляет фары, огни. Ну, вы уже все поняли. Давайте расскажу про управление. Чтобы включить противотуманные огни, нужно нажать на кнопочку J. Вот она. Оп-оп. Кнопка J. Потом, чтобы включить левый поворотник, нажимаем кнопку Z. Так, видим все четко. Так, и чтобы выключить, нажимаем кнопку Shift. Отлично. Так, ну, правый поворотник — это кнопка C. Вот. Выключаем тоже шифтом, а аварийка — это X, кнопка X. И тоже выключается шифтом она. В принципе, это и все. Вот такая вот модификация. Что еще можно сказать про нее, ребят? Ну, я, в принципе, все рассказал, управление. Также данная модификация добавляет новые тормозные диски. Потом анимированные спойлеры, но это уже, ребят, по мелочи. По мелочи все главное то, что это у нас работают огоньки, противотуманники и так далее. Очень все прикольно сделано, посмотрите просто. Можем включать поворотник. Ой, лагает что-то, все нормально. И выключаем. Типа разворачиваемся, включаем левый поворотник. Да, вообще просто супер. Ну что, вот такая вот модификация клёва, на мой взгляд. Я бы ей поставил оценку, наверное, 10 из 10, так как мне реально не жалко, и мод того стоит. Так как мод ничего плохого не добавляет, а наоборот только улучшает GTA-шку. О, прикольные номера, кстати. Ладно, поставлю аварийку вот так. Ну, что еще сказать, ребят? Ну всё. Как всегда, я скину ссылку с автоматической установкой, так как стараюсь вам облегчить жизнь, чтобы было легче устанавливать и не мучиться там менять файл и так далее. Так что, ребят, все будет нормально. Все скину обязательно. И на этом, думаю, все. Думаю, вы поняли суть мода. Что ж, всем спасибо, всем. И, кстати, да, данный мод очень популярен. И на GTA Vice City он набрал где-то 30 тысяч скачиваний. Это очень много. Это очень много, ребят. Видно, люди скачивают мод, значит, мод на самом деле хороший. Ну что, всем спасибо, всем пока, не буду я долго болтать. Ах, ребят, всем спасибо и пока, удачи, увидимся в следующих обзорах. Всем пока. Чао.